Зимние Олимпийские игры в Пекине закончились, но это совсем не значит, что любители активного отдыха перестали заниматься спортом. Напротив, победы российских спортсменов на зимних играх зарядили энергией и стимулируют всех любителей спорта. Одна из воинских частей Министерства обороны России уже 15 лет проводит ежегодный лыжный забег. На этот раз площадкой для чемпионата стал Мытищинский лесопарк. Для лыж погода могла быть лучше. Лыжники меня поймут, но мы имеем то, что имеем. К трассе никаких замечаний нет. Трасса достаточно чистая, трасса рабочая. Получили массу удовольствия. Все прошло хорошо. Для многих участников забега лыжи – это настоящее семейное хобби. Поэтому эти спортсмены не пропустили ни одного выступления российских лыжников на Олимпиаде. Очень порадовали наши лыжники на этой Олимпиаде. Видна работа как самих спортсменов, тренеров, также, конечно, Елена Валерьевна Вяльба. На старт вышли все, начиная от самых маленьких лыжников, заканчивая старшим поколением. Участники и победители получили призы, а самых маленьких спортсменов наградили медалями и сладкими подарками.